Весенний апрельский день, 1 апреля, довольно солнечно, ну и ветрено, ветер прохладный. Мы с вами опять в Юрмале, ну, в этот раз на станции Дзинтери. Дзинтери – это янтарная. И прибыли сюда с одной целью, чтобы посмотреть не только пляж, но и шедевр. Достопримечательность – это памятник Петру Первому, исторический. Ну, прямо со станции дорога идет к межапарку, к лесному парку Дзинтери, со всякими там для тарзана приспособлениями, по деревьям лазать, между деревьями там ходить, по канатам, дорожкам. Вот все культурно, огорожено, чистая территория. Мы этот парк проходим напрямую и попадаем на улицу Дзинтеру, на Янтарную, потому что на этой улице находится усадьба мецената известного и бизнесмена Евгения Гомберга. Вот это вот дорога к пляжу, но мы чуть позже туда пойдем. А вот сам великолепный император Петр I. Тот самый Петр I, который завоевал в Северную войну территорию Латвии. А потом еще и по окончанию, заключая мир со Швецией, выкупил эту землю у шведской королевы Ульрики, это сестры Карла XII. Она была очень довольна, потому что Петр I ей золотом выделил сумму, равную годовому бюджету Швеции. Поэтому ей не жалко было отдать территорию Лифляндии, Латвии. И этот памятник, Рига была освобождена российскими, не освобождена, завоевана в 1710 году. В 1910 на народные деньги был собран, был установлен, отлит этот памятник и установлен в Риге. Он стоял там, где сейчас стоит памятник свободы Милда с тремя звездами. Конечно, тут не остановиться по дороге на пляж и не полюбоваться просто, ну, невозможно. И дом красивый, ну, и сам памятник – это действительно великолепный шедевр. Вот он здесь стоял, этот памятник, там, где сейчас Милда. Ну, пляж сейчас пустынный, там большие волны и ветер, и одинокие прохожие дышат свежим воздухом. Ветер гуляет, ну, поэтому мы тут долго не задержимся. И пойдем обратно на станцию через лесной парк Дзинтери. Это тут в усадьбе еще есть маленький копия Петру Первому. Она стоит слева, а справа сам Петр Первый в оригинале. Отливали его из бронзы в Германии, простоял он в Риге недолго. В 15 году, когда шла Первая мировая война, его погрузили на пароход и отправили в Россию. Ну, по дороге пароход потопил германский военный корабль, и Петра I только сумели поднять в 34 году эстонцы. Ну, продали Латвийской республики, которая, в общем-то, не знала, куда его ставить. Он еще был поврежден, и он долгое время лежал на всяких складах в Риге, пока вот меценат и великолепный человек, щедрый, не нашел его, не отремонтировал и не предложил Риге его установить. Это же самый человек до этого памятник Барклая де Толли отремонтировал. Барклая де Толли стоит у православного собора на эспланаде. Все его могут посмотреть. Но вот Петра I решили не ставить, потому что бытует мнение, что Петр I в Риге — это все равно, что установить памятник Чингисхану или хану Батыю в Москве. Однако мы вот любуемся межапарком, лесным парком Дзинтери. Здесь чего только нет для тарзанов и спортсменов, что угодно.
показать свою силу, ловкость, побродить, походить, попрыгать. Ну, детей тут не так много, потому что холодно еще, прохладно, хотя и солнечно. 1 апреля все-таки. Ветер какой-то холодный. Ну, летом здесь будет полно детей. Это станция Дзинтари. Такие красивые деревья. Все чисто, аккуратно. Ждем электричку и поедем в Ригу искать, набирать, но набираться новых впечатлений. Добро пожаловать в Юрмалу. И обязательно рекомендуем посмотреть этот памятник.